Хочу я много знать и все вам рассказать. Флиппи! Привет! Только посмотри, это мусоровоз! О, настоящий мусоровоз! Готовы сегодня узнать о мусоровозах и переработке мусора? Да, за мной! Давайте посмотрим, из чего состоит мусоровоз. Идем! Начнем с кабины. Сюда! У-ху! Кто это там? Тони! Приветик! Там в кабине сидит водитель мусоровоза и рулит мусоровозом от всей души! Вау! Она так высоко! Как он туда забрался? О, я покажу! Идем! Это ступеньки. Красота! Мусоровоз – это здорово! О, а что это у нас здесь? Вы уже знаете? Это огнетушитель! Это на случай, если около машины или внутри нее что-то загорится. Все для безопасности. Мы скоро увидим. Посмотрим дальше. Вот еще средство безопасности мусоровоза. Вот. Вот это у нас. Это цепи. На случай, если дорога покроется льдом и станет скользкой, надо надеть цепи на колеса, тогда мусоровоз поедет ровно и совсем не будет юлить. Вот, это светоотражатель. Это для того, чтобы отражать свет во тьме. Тогда ночью мусоровоз все заметит. Все для безопасности. Вот. Смотрите-ка. Это комплект для сбора розлива. Здесь спрятаны разные абсорбирующие средства, чтобы убирать с земли любые липкие и густые вещества, которые не так-то легко собрать и загрузить в мусоровоз. Очень полезный набор. О, а тут что? Я покажу вам кое-что очень крутое. О-о-о-о-о-о. Идем скорей. Вот! Пневмоподвеска! Смотрите! О-хо-хо-хо! Вы видели? Мусоровоз только что опустился низко благодаря пневмо. Пневмоподвеску используют перед выгрузкой. О, смотрите! Именно так мусор высыпают из мусоровоза. Заднюю часть открывают при помощи гидравлики. Они открывают створ до конца, и спрессованные отходы выпадают из кузова. Но сначала нам нужен мусор. Как его загружают? Хотите узнать? Это просто. Идем! Быстрей! Идем! Смотрите! Это манипулятор! Он делает так. Как клешня! Он хватает бак, тянет его, поднимает и высыпает в приемник мусора. О, смотрите! Приемный бункер! Затем весь мусор прессуют внутри кузова прямо вот здесь. Там отходы прессуют в один ком, а потом весь мусор выбрасывают через задний створ. Да, мусоровоз просто класс! Thank you.
посмотрели сам мусоровоз и то, как он собирает мусор. Давай же выясним, что выбросить в мусор, а что переработать. Что-то можно использовать лишь раз, а потом выбросить, например, наполнитель, жвачка или даже подгузники. Фу! Это используют лишь раз и выбрасывают в мусор. Переработка дает вторую жизнь вещам. Можно сдать их в переплавку или превратить в новый такой же продукт или что-то похожее из этого же материала. То есть мы перерабатываем. Я покажу, что я принес из дома для переработки. Ну вот, канистра. Это пластик, его можно переработать. А это жестянка. Хо-хо-хо. Алюминиевая банка. А это пакеты. О! И пульверизатор. Тоже пластик. Стеклотара. И даже картон. Все можно сдать в переработку. Теперь мы знаем разницу. Это мусор, а это переработка. Значит, можно ехать на завод и заняться сортировкой отходов. Мы приехали на спецзавод. Но нам нужно надеть форму, чтобы мы могли туда попасть. Вот так. Хорошо. Жилет и каска. Защитные очки и подтяжки. Все перерабатываемые отходы, чтобы их можно было отсортировать. Будет здорово! Все отходы поднимаются по такому конвейеру на сортировку, ведь мусор бывает очень разный. Там бумага, пластик, картон, алюминий. Вот, очень много всего. Ну, на сортировку! Ха-ха! Отходы перемещаются по конвейерной линии. Рабочие сортируют их в зависимости от материала. После сортировки мусор из одного и того же материала, как этот картон, потом спрессовывают вот в такой блок из одного типа отходов. Подъезжает вилочный погрузчик, забирает блок и перевозит в другую часть склада. Затем спрессованный блок загружают в грузовик, который отвозит его в другое место на переработку. Погрузчик завозит отходы прямо в кузов. Было так здорово побывать на настоящем мусороперерабатывающем заводе. А теперь включим музыку, чтобы танцевать и петь песню про мусоровоз. Мусоровоз, мусоровоз. Он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Рано утром просыпаясь, иногда я слышу шум и гам. В окно я смотрю, а там мусоровоз. За мусором он приехал к нам. Мусор высыпает, бак возвращает и громко уезжает. Мусоровоз, мусоровоз. Он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Мусорщик водит мусоровоз
и мусор он берет, бросает его в кузов, чтобы спрессовать, и все везет на завод. Он к куче мусора быстро подъезжает, и груз он высыпает. Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Цветов бывают разных, синий, коричневый, зеленый, а также есть такие, что берут мусорнами разделенный. Мусоровоз, мусоровоз, он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз, 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 он город объезжает и мусор забирает. Мусоровоз. Мы смогли узнать сегодня столько новой информации! Сегодня мы узнали о мусоровозах, сборе мусора и переработки. Если вам нравится это видео и интересны другие мои видео, надо просто вбить в поиск мое имя. Как меня зовут? Да, я Блиппи. Давайте напишем вместе. Блиппи. Блиппи, это я. Вот класс. Ладно, до встречи. Пока. Привет! Просто красота! Мы сейчас в красивом парке. И вот что у нас есть. Ням! Прекрасный завтрак. Виноград. Малина. Клубничка. Еще есть овощи. Сэндвич, крекеры. Но мы их съедим попозже. Пойдем играть. За мной! Класс! Здесь в парке так красиво! Эти растения, они просто растения, но какие красивые все! Просто зеленая сказка! Они пахнут свежестью! Ого! Эй, я проголодался. Перекусим еще? Класс! О! Ой! Кто съел весь мой завтрак? О, нет! Завтрак исчез! Эй! Полицейский! Полицейский! Привет, Блиппи! Что случилось? Мой завтрак был здесь, я его ел, такой вкусный. Потом я отошел рассмотреть растения. А когда вернулся, то все пропало. Придется это расследовать. К счастью, я взял набор детектива. У меня есть идея. Ты поможешь, Блиппи? Я с радостью, да. У меня есть для тебя жетон. Ух ты, ого, класс, посмотрите. На нем мое имя. О, я польщен. Ой, а это что за чудеса? Полицейский велик? Я посмотрю. Ну, конечно, Блиппи. О, круто. Так, посмотрите. Шлем. О, класс. Он для безопасности. Ладно. А тут, посмотрите. Что это у нас тут? Фонарик. Бип-бип-бип. Вот здесь руль. А здесь... первое колесо велосипеда. А там второе колесо велосипеда. Еще есть педали и подножка. Давайте ее поднимем.
Да, посмотрите! Он сказал, это настоящий набор детектива для расследований! Это поможет нам найти мой завтрак! Но сначала... мы едем кататься! Ого! Ой! Ой! Это было так здорово! Хороший велосипед. Да. Но надо начинать расследование. Как считаешь? Да, я согласен. Сейчас нам бы очень помог К-9. О, К-9? Это у полицейских означает собака. Офицер Фичекс, пришлите К-9. Получилось. У собак очень чувствительные носы, и во время расследования они здорово помогают полицейским в поисках людей и улик. Получилось, он нашел улику. Детектив Блиппи, вот улика, которую нашел К-9. Ого! Ух ты! Это стакан! Это же мой стакан! Я налил всю воду в него! Как он здесь вообще оказался? Ха! Есть стакан. Что дальше? Надо собрать улики. Нам понадобится набор детектива. Первым делом мы возьмем специальную ленту, чтобы оцепить место. Ладно. Ого, спасибо. Ого! Ух! Здесь сказано «Место преступления. Проход запрещен». Ой! И вокруг бампера. Вот так. И завяжем. Завяжем. Еще. Почти есть. Молодец, Блиппи. Спасибо. Итак, мы все отцепили. А теперь... Ты молодчина, Блиппи. Спасибо. Сейчас мы сделаем фотографии с линейкой. Ладно. Ага, давайте. Итак, эта линейка. Кладем ее на землю рядом с уликой. Еще у нас есть камера. Я ее включу. Улыбочку! О, ты такой красивый стакан! Так, покрупнее. Ладно. Выключаем. Держите. Итак, мы сделали фотографии. Теперь мы должны забрать улику. Ладно. Но первым делом надеваем перчатки, чтобы не оставить свои отпечатки. Ясно. Ладно, вот. Мы надеваем перчатки. И первая перчатка синего цвета. И вторая перчатка. У меня тоже синяя. Так, я в перчатках. Что дальше? Итак, ты в перчатках. Теперь можно убрать улику в пакет. Ладно. Специальный пакет. Поднимаем его. Вот так. Итак, кладем в пакет. Прекрасно. Стакан в пакете. Дальше. Ты молодчина. Сейчас нам надо отвезти его в участок, чтобы все оформить. Хорошо, а как мы поедем? Но надо вызвать мотоцикл. Офицер Фичекс, нам нужен мотоцикл для перевозки улик. Ладно, тогда я встречу мотоцикл. Он уже в пути, Блиппи. Понял. Ого! Посмотрите! Класс! Полицейский мотоцикл! Его мы будем использовать для перевозки улики. Эй, смотрите! Класс! Вот это да! Ладно, пакет сюда. Кладем улику в багажник этого мотоцикла. Ладно, улику положили. А вот здесь есть отделение для компьютера. Видите? Это компьютер. И принтер тоже.
что это? Смотрите! Нарисован я! Очень похож. Ладно, убираем назад. Классно. Тут столько всего интересного. Сначала я на него сяду. Ого! Наш мотоцикл такой большой! Гораздо больше, чем стандартный мотоцикл. Ладно, покажу-ка я вам это. Да, сначала посмотрим на это. Это ручной радар. Видите? Его используют для измерения скорости движения на дороге. Нужно соблюдать скоростной режим на дороге, потому что это залог безопасности. Что здесь? Что еще показать? О, да! Мигалки! Огоньки! Готовы? О, да! Красные и синие! Это чтобы все вокруг знали, что дело срочное! А что еще используют, чтобы все вокруг знали, что дело срочное? Это сирена! Включаю! У-ху-ху! Очень громко! А еще есть гудок! Да! Затем полицейский на мотоцикле отвез улику в полицейский участок. Ого! Итак, мы в комнате для улик с нашей уликой. Привет, как дела? Привет, хорошо. Это улика. Что будем делать? Будем искать отпечатки. Ладно, и как это делают? Надо надеть халат. Халат? Ого! Да, он синего цвета! Класс, люблю синий цвет. У меня два любимых цвета. Первый – это синий, ну и оранжевый. Ладно, так, я надел халат. Что дальше? Нужны перчатки. О, перчатки, они... Да, они же здесь. Сейчас... Посмотрите! Синие резиновые перчатки. Итак, нужно надевать их так, чтобы потом не оставить свои отпечатки на уликах. Ладно, итак, я надел перчатки. Что дальше? Теперь надо раскатать эту бумагу. Ладно. О, вот так, спасибо. Ого, бежевого цвета. Эй. Вот так, да. Теперь подойди ко мне сюда. Ага, ладно. Хорошо. Так, да, у нас есть пакет, есть бумага на столе и перчатки. Что еще надо? Нам нужны инструменты. Ладно, посмотрим. Сначала мы возьмем порошок. Вот это да, порошок черного цвета. Хорошо. Дальше нам нужна кисточка. Надо же, какая кисточка. Ого. Ну, и что будем делать? Достань стакан из пакета. Ладно. Уберем. Так. Так. Теперь окунай кисть в порошок. Ладно. Не сильно. Ладно. Набрал порошка. Видите? Дальше. Вводи по стакану кисточкой, будто фея, танцующая на озере. Фея, танцующая на озере. Мне нравится. Вы смешная. Вот так. Посмотрим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно. Ого! Я что-то вижу. Ого, надо же. Ладно, давай мне. Хорошо. Дальше тебе нужен проявитель. Проявитель? О, проявитель похож на наклейку. Вы подержите его? Да. Ладно, сейчас открываем проявитель. Вообще он очень липкий. Ну и прикладываем здесь. Ого, прекрасно. Ладно. И теперь оторвать? Да, отрывай. Хорошо. Да, вот так. Получилось! Классно! И закрываем его как книгу. Посмотрите! Мы сняли отпечатки со стакана! Да, пропавший стакан! Ладно, ну, вот это вам. Хорошо. Теперь что делать со стаканом? Так, стакан нужно положить обратно. Ладно, я пойду возьму пакет. Да. Так. Так. Да, вот он. Он здесь. Бумажный пакет. Пожалуйста. Так. Ага. А дальше? Мы заклеим пакет специальной лентой. Ладно, лента для улик. Так, проверяйте. Я заклеиваю.
Запечатаем. Вот так. Я закрыл. А дальше? Нужно подписать. О, подписать. Назовете мое имя? Готовы? B-L-E-P-P-E. Блиппи! Молодцы! Ладно, убираем фломастер. Наши улики полностью упакованы. Теперь отправим их на хранение. Ого! Я пошел! Что это? Привет! Блиппи! Эй, я принес вам улики. О, спасибо. Готовые результаты по отпечаткам. О, ого! Посмотрите, это же фото енота! Так енот съел мой зонт! Ого! Смотрите, что там стоит! Это автобус общественного городского транспорта! Да! Вы готовы исследовать этот автобус вместе со мной? Да! Вперед! Предлагаю заглянуть в автобус. Идем! Ого! Прошу внутрь. Ого! Смотрите! Вот на этом месте сидит водитель. Ого! Чуть позже я расскажу об этой зоне. А сейчас давайте осмотрим остальной салон. Да! Ого! В этом автобусе так много сидений! Я могу сесть вот здесь... Или вот тут. Или даже вот здесь. Что это здесь? Ух ты! Свет меня ослепил. Здесь вторая дверь автобуса. Поняли? Это задняя, а там передняя дверь. Это просто супер! О, и смотрите, здесь много ручек. Когда в автобусе нет свободных мест, приходится стоять. При этом нужно крепко держаться за что-нибудь. Вау! Вау! У-у-у-у! Вот так. Ладно, есть еще одна вещь, которую я хотела вам показать. Сюда. Вот. Так пассажир сообщает водителю о том, что он хочет выйти. Слушайте. Ну что ж, а теперь я подробно расскажу о том месте, где сидит водитель. Ого! Водитель автобуса Блиппи! Водитель автобуса Блиппи! Вау! Я дам вам билетик сейчас. Вот ваш билет. О, класс! Сейчас я его активирую. Ну вот, теперь можно ехать. Один момент. Просьба всем занять места. Присаживайтесь, сейчас поедем. Эта поездка будет очень веселой и увлекательной. Это просто супер. О, а это для чего? Может, попробуем нажать? Я понял, это сигнал автобуса. Попробуем еще. Да! А теперь я закрою двери этой кнопкой. Вот так. Внимание, двери закрываются. Осторожно! Здорово, правда? Пожалуйста, проходите и садитесь. Thank you.
Ого! Этот синий автобус просто огромный! У-ху! Мы с вами перенеслись в ремонтный цех автобусов! О, идемте! Смотрите, сколько тут деталей! Например, вот шланговый хомут! Ого! Он прикольный! А вот, ого, огромный болт! Класс! А это болт поменьше, а на нем гайка и несколько шайб. Тут очень много классных вещей. Давайте посмотрим, что еще есть в ремонтном цеху для автобусов. О, смотрите, здесь хранятся документы об обслуживании всех автобусов. Так, теперь я вам покажу, как тут происходит обслуживание автобусов. Вперед! О! Отлично! Мы добрались! Вот! Задняя часть автобуса! Здесь расположен его двигатель! Ого! Тут большой ремень и... ну и сам двигатель! И посмотрите! Здесь проверяют уровень масла! Хотя, уверен, вы это знаете. Давайте проверим. Вытаскиваем щуп. Протираем. Потом вставляем щуп назад. Проверяем уровень. Полный порядок. Что ж, пожалуй, теперь этот автобус может отправляться в рейс. Вперед! Ну что, прокатимся на этом автобусе? Вы ведь хотите прокатиться? Отлично! Вперед! Вот, сейчас... О, нет! Дверь закрылась! Эй! О, нет! О, нет! Он уезжает без нас! Постойте, подождите! Остановитесь! Не уезжайте без нас! Подождите меня! Погодите! Остановитесь! Остановитесь! Стойте! Эй! 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 О, он остановился! Скорей! Уф! О, я так устал! Едва догнали автобус! Ну вот, теперь вы все понимаете, что на автобус опаздывать лучше не стоит! Идемте! Садитесь. О, мы успели на автобус. Фух, хорошо, что все обошлось. О, смотрите. Это так здорово. Если хочешь ты добраться домой или в магазин запастись едой, садись в автобус, он довезет тебя. Он по городу едет, колеса крутя. Не забудь и билет возьми, и водителю его предъяви. На работу езжай, друзей навести, можешь другой город посетить. Автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет. Из школы везет автобус желтый домой, синий, зеленый, красный, любой. Автобус довезет, автобус довезет. Остановки есть, где ты сядешь всегда. Подожди, автобус, он подъедет сюда. Прежде дай людям выйти, таков этикет. А при входе скажи: мне один билет. Водитель остановки будет называть, и ты будешь знать, когда выбегать. На работу езжай, друзей навести, можешь другой город посетить. Автобус довезет, автобус довезет.
мой. Синий, зеленый, красный, любой. Автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет быстрей, автобус довезет быстрей, автобус довезет. Следующая остановка — угол улицы Ист и Пенни Лейн. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Вэджум, вэджум. Посмотрите, что это? Это же экскаватор! Ух ты! Вы готовы узнать все об экскаваторах со мной? Да! Вперед! Такие чудесные! Давайте-ка посмотрим, из чего он состоит. Скорее сюда! Давайте начнем с кабины. Вот здесь, внутри, кабина, где сидит водитель экскаватора. Взгляните внутрь. Ух ты! Тут так много рукояток! Это очень интересно. Хорошо, давайте закроем дверь. О! Ого! Смотрите! Да! А это гусеница экскаватора. О! У экскаватора нет колес и шин. Только вот такие гусеницы. Так он может ехать и по камням, и по лужам, и по огромным кучам грязи. Никогда не застрянет. Вот так. Видите, я тоже не застрял. О! А посмотрите сюда. Это... моторное отделение. Отсюда экскаватор получает всю свою силу. Ха, посмотрите. Ого. А тут еще много деталей с другой стороны. И сверху. Тут у нас куча радиаторов, охладителей и другие забавные детали. О, я же чуть не забыл. Моя любимая деталь — это ковш. Побежали. Ого! Посмотрите, какой ковш! Экскаваторный ковш, он просто огромный! Он может набрать кучу земли прямо из почвы и перенести ее! А вот эта штука – фиксатор! Да, она как большой палец! Ого! А посмотрите скорее сюда! Ух ты! Это называется экскаваторная стрела. Она такая высокая! А вот эта часть, она называется экскаваторная штанга. Ковш, стрела и штанга! А все это работает благодаря гидравлическим поршням. Ух ты! Они толкают жидкость вперед, и все приходит в движение. Смотрите, я экскаватор! Узнавать про детали экскаватора было так весело.
давайте-ка порулим экскаватором! Пойдем! Стоп, стоп, стоп! Сначала самое главное – безопасность! Да! Посмотрите! Я надел сигнальный жилет и строительную каску! Смотрите, вот эти джойстики, они управляют ковшом, стрелой и штангой. Видите? О, а вот этот, чтобы поворачивать вот так вот. Смотрите на меня. Воу! Воу! Во-хо-хоу! У-ху! Ух ты, это так весело! Уи! Ну ладно, теперь я поверну его вот так. И мы будем крутиться в другую сторону! Отлично! И еще разочек! Ну ладно! Хватит крутиться! Пора начинать копать! Тянем за джойстики. Да! Ух ты! Смотрите, сколько я зацепил! Да! Ладно, теперь перевернем ковш. Ого! Как много мы накопали! А теперь мы покатаемся на экскаваторе. Мы поедем на экскаваторе и поищем новое место, чтобы копать. Ого, посмотрите на это! Это же пень! Ха, интересно, что под этим пнем? Еще недавно был пень. Интересно, что же под ним было? Кажется, просто куча земли. Большая куча земли. О! А вот еще огромный камень. Что же еще? Смотрите, это магнитофон. Магнитофон играет музыку. Интересно, что тут за песня? Это же песня про экскаватор! Стройки! Император, я экскаватор. У меня есть рука и ковш большой. Как начну копать, не угнаться за мной. Землю разделяю, все перекопаю. Я ковшом своим копаю везде. Я не знаю, что найду в разрытой земле. Я почву вынимаю и высыпаю. Мне посмотри, ноги не нужны. Нет ног? Как же он движется? Гусеницы проедут там, где не пройти. Я экскаватор, экскаватор. Стройки! Император, я экскаватор. Эй, давайте
поиграем в экскаватор! Я вас научу! Вам просто надо согнуть руку, словно это стрела, штанга и ковш, и начинать копать! Как весело! Кабина есть, где водитель сидит. Он ковшом шевелит и землю рыхлит. Я яма-регулятор, я экскаватор. Но посмотри, я тружусь до зари. Он совсем не спит? Мне не до сна и не до игр мне, друзья. Я экскаватор, экскаватор. Стройки! Император, я экскаватор, экскаватор, экскаватор. Нам было так весело изучать чудесную машину-экскаватор вместе с вами! Пока! Да! Привет! Посмотрите, на чем я сейчас приехал! Да, это полицейская машина! И сегодня мы узнаем все об этих машинах! Смотрите, что это такое? Это полицейская машина! Хотите посмотреть на нее поближе вместе со мной? Да, идем! Взгляните-ка на эту мигалку! Тут есть красные огоньки и синие огоньки! А еще тут есть... Ого! Взгляните на этот прожектор! Ого! Он такой яркий! А спереди у полицейской машины есть ударный бампер. Им она может сталкивать с дороги машины, которые сломались. А вот эта штука внизу – это динамик. Послушайте. Освободите проезд. Это было классно! А вот моя любимая часть! Это двигатель! Отсюда машина получает всю энергию! Это масляный бак! Проверим его вместе! Сезон аллергии! Вот так! Смотрите! Да! Уровень масла нормальный! Теперь поставим масляный щуп на место и закроем капот. И посмотрим сзади. Посмотрите, что здесь. Колеса и шины. А посмотрите сюда. Два слова. Первое слово – Олимпия. О-Л-И-М-П-И-Я. А второе слово – полиция. П-О-Л-И-Ц-И-Я. Полиция Олимпии. Ха-ха,
А вот еще кое-что. Багажник. И здесь много классных штуковин. Ого! Сигнальные факелы. Ух ты! Ручной радар. И несколько конусов. Даже сигнальная лента есть. Я все это покажу вам попозже. А теперь время танцевать! Вместе заглянуть внутрь полицейской машины со мной. Да, идем! Ого! Ух ты! Теперь мы внутри машины. Посмотрим сюда, тут выключатель. Вы его видите? Вот он. Сейчас я поверну его до упора вправо. И включатся мигалки. Смотрите. Ух ты! Они такие яркие! Ладно, сейчас я их выключу. Так, я их выключил. А взгляните сюда. Видите? Я как раз его включил. Это прожектор, вы видите? Ух ты! Хо-хо-хо. Так, ладненько, выключим его. Что еще тут есть? О-хо-хо-хо! Рулевое колесо! Уа-ха-ха-хоу! Уи! Ого! Это интерком! Привет, привет! Я вас вижу! Это Блиппи! Так забавно! Так, о, кстати говоря о звуках и шуме, взгляните на вот это! Тут вот эта кнопочка! Послушайте! Да, это сирена. О, а тут компьютер. Да. У-ху! Это так круто. Это песня про полицейскую машину Блиппи. И я хочу показать вам еще много интересного. Идем. Закрываем дверь. Сюда. Это патрульная сумка. Тут столько классных приборов и штуковин. Ого, вот это бинокль. Ух ты, я так далеко вижу. Ух ты, ха-ха, привет. Хорошо, уберем бинокль. О, плюшевый носорог. О, фотоаппарат. Так, ого, фонарик. Привет, привет. С ним видно в темноте. Ого, дорожная аптечка. У-у-у. И наручники. Как круто. Я обожаю наручники. Так, давайте их примерим. Надеваем. О, если надеть наручники, то их уже никак не снять. Но, к счастью, ту-ру-ру-ру-ру-ру, у меня есть ключ от наручников. Это вставляем вот так, поворачиваем и я их снял. Проще простого. Убираем их на место. О, и еще одна важная вещь. Каждый офицер полиции обязан иметь пару солнцезащитных очков. Так, вот теперь я офицер полиции. Так, а посмотрите вот сюда. Это отделение для задержанных. Ух ты, на двери даже нет рукоятки. А сиденья пластиковые,
и очень неудобные. Ого! Мне тут совсем не нравится. И тут нет рукоятки. Это как детский замок на дверь, но только для взрослых. Привет. Это прибор для измерения скорости. Это лазер, который отражается от автомобиля, и прибор говорит, какая у машины скорость. Сейчас мы возле дороги и ловим нарушителей. И вот как раз один. Ого! Он ехал слишком быстро. Давайте поймаем его. Приветик, офицер! Сэр, поговорим о вашей скорости. Прошу прощения. Ну что сказать, у меня ногу свело. Что ж, на первый раз ограничимся предупреждением. Будь осторожнее. Я понял, спасибо вам. Кстати говоря, мы ищем этого человека. Вы его не встречали? Нет, не встречал. Смотрите, он носит очки, а я нет. Да, вы правы. Возьмите это. Позвоните, если увидите. Хорошо. Хорошей дороги. Спасибо большое. Удачи. Чуть не попался. Привет! Эй! А давайте немного получше посмотрим, что в багажнике полицейской машины. Смотрите! Тут у нас полицейская офицерская фуражка! И... да! Сигнальный жилет! Он ярко-зеленый! Только взгляните! Ух ты! Так... один ярко-зеленый сигнальный жилет! Как я выгляжу? Хорошо! О! И фуражку я тоже надел! И... о! Смотрите! 4 оранжевых дорожных конуса! 1, 2, 3, 4! Так, смотрите! Сигнальный факел! Ух ты! Положу к себе в карман. И... дорожные шипы! Вот так! Положим их сюда, закроем багажник. Хорошо. Сначала главное. О, дорожные шипы! Посмотрите на них поближе! Ух ты! Взгляните! О, они острые! Ладно, положим их вот сюда! А это положим сюда! Ага, так, готовы? Смотрите! Вот так! Мы сделаем тренировочную площадку для полицейских. Надо убедиться, что никто не наедет на шипы, потому что они очень острые. Так, возьмем 4 дорожных конуса и поставим один вот здесь. Идем. И второй давайте поставим сюда. 1, 2. Третий мы поставим вот сюда. 1, 2, 3. Остался всего один. Идем! Хорошо. Давайте поставим его тут. Готовы? Да! 1, 2, 3, 4! О, я же чуть не забыл! Моя любимая штука – это сигнальный факел. Ого! Хорошо. Это не игрушка. Не для детей. Так что... поджигаем! У-ху! Хорошо, положим его сюда. И... начнем тренировку!
смог объехать наши шипы! Отличная работа! Нам было так весело вместе узнавать о полицейских машинах! А теперь пришло время для песни! Полиция, полиция, полиция. По городу быстро летит и очень-очень громко сирена гудит. Видишь, как мигают маячки, а значит, дорогу скорей уступи. Полиция, полиция, полиция. Авто у полицейских разные, смотри. Компьютер есть внутри. Есть такие, что собак с собою возят, а собаки часто бандитов находят. Полиция, полиция, полиция. Если что-то случилось, у кого-то беда, на дороге машины столкнулись. 112 набери и полицию жди, уже они в пути. Очень весело петь и плясать под полицейскую песенку вместе с вами. Эй, я должен сказать вам кое-что очень важное. Ты очень особенный. Ты замечательный ребенок. Я так рад видеть, какие чудесные вещи ты делаешь на нашей планете, как ты делаешь добро и всем помогаешь. И самое главное, спасибо, что ты мой друг. Спасибо. Что ж, мне пора уходить. Но если хочешь снова погулять со мной, ты знаешь, как меня найти. Да, просто ищи по моему имени. Ты ведь помнишь мое имя, да? Верно, я Блиппи. Блиппи. Блиппи, так меня зовут. Молодец! Скоро увидимся!